В Кишиневе прошел пятый внеочередной съезд молдавской нашей партии. Участие приняли более 800 делегатов из всех районов страны, а также гости из-за рубежа, общественные деятели, политологи и журналисты. Лидер нашей партии Ринат Усатый сейчас находится в России, поэтому ему пришлось выступить перед участниками съезда по видеосвязи. Наша стратегическая цель – превращение нашей партии в ведущую политическую силу в стране. Ситуация в Молдове слишком запущена. Страна находится в глубоком политическом, социально-экономическом, духовном и моральном кризисе. Для преодоления депрессии, для выхода на правильный путь нормального развития необходимо полное переформатирование власти –